Много кораблей и людей. О, ты пришел. Я обещал увидеть. Это правда. Твой друг, на... Мы с Феросом давние друзья. Не будем понапрасну тратить время. Плывем на Серифос, пока можем. Не думал, что покину Афину навсегда. Я не раз покидал дом. Геродот, что это за остров впереди? Это, друг мой, знаменитый остров Саламин. Если-таки Афины не разгромили персов? Надеюсь, вдали от Афин, пульт меня не достанет. Потопил корабли персов и спас Грецию от уничтожения. Сейчас таких героев не встретишь. Похоже, сильный шторм! Видишь вон тот вулкан? Еще бы не видеть. Говорят, что на его дне вот подземный мир. Чтобы войти в него, нужно нырнуть? Именно так! Решил так же. И что с ним случилось? Он не успел даже спуститься. Шар вулкана обратил его в пепел. И все тайны стоит пытаться разгадать. Что-то ты притих, Варнава. Прости. Много лет тому назад, в такую же ясную ночь, мы с Гаросом, моим другом, плыли на Самос. И вдруг услышали, что во тьме кто-то поет наши имена. Песня была столь сладка. Мы забыли обо всем. Скажи еще, что видел себе. Я заткнул уши, чтобы избавиться от их чар. Но когда я хотел предупредить Гароса, увидел, что его нет. Нет. Жаль. Никогда не знаешь, куда приведет тебя зов моря. Быть может, Гарос — царь дальних земель. Лишь боги ведают. Хороший корабль. Не надо этого. Чего? За борт, если приспичит. Не то придется убирать. Твой человек.
Ничего, привыкнешь. Скоро будем на Серифисе. Рад видеть тебя в добром здравии. Спасибо. А, да, благо... Я рад, что спас его. В свою очередь, я кое-что... Да. Попрощайся за меня с Периклом.
Клянусь своей жизнью и жизнями тех, кого я убью, что больше не подведу космос. Готовьтесь, отплываем! Вот так вот,
Но сейчас не время петь! Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Смерть — твоя награда!
Спасибо. Это припасы. Вперед! Надеюсь, меня еще не заметили. Смерть пришла! Сейчас! Я покажу это Клеону как доказательство. Стоп!
мудрая богиня... Кайре, ты знаешь меня? Только не задавайся. Разве я могу устоять перед... Я не пытаюсь льстить тебе. Я попробую помочь. Демосфен. Хорошо. Мне доложили, что спартанцы оживились. Хорошая идея. Спасибо за похвалу. Обычно афини... Ну да. Полководцы не согласны. Что они предлагают? Они хотят честной войны. Но нам не одолеть спартанских громил. Ладно, я... Славно. Зачем тебе идти? Лишь элитным... Где их найти? Спартанцы соверш... У тебя есть пол? Нужно любой цен... Я не об этом. Мои дела тебя не... Мне все понятно. Ай! Ты вернул? Тебе это под... Ты это знал? О чем это? По тебе все видно. Да. То, о таком тут говорится, делал... Что этому гонцу было? Ну... Он должен был раздать люд... Он твой родственник? Нет, простой помощник. Я ведь доказал, что... Ты знаешь свое... Я искал для тебя доказательств. Это верно. Найди моего гонца Геремоса. Это про него шло? Да. Освободи... В чем суть задания? Чем меньше людей... Расскажи про своего... Он никто. Во... Где корабль? Что ж... Пока тебе лучше не... Где мне искать Геремоса? Спартанцы бросили его в ста... Не волнуйся, я... Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Послание. Он в лагере узников. Oh, shit.
Готен! Есть мертвое тело! Кажется, я опоздал к Керемосу. Гонец Клеона не единственный пленник спартанцев. Надо помочь. Спасибо. Мои ноги. Придется меня тащить. Спасибо. Мне нужно на корабль. Кто ты такой? Капитан Аномакл. Ты капитан? Да. Геремос? Если помог... Нас может обнаружить... Верно. Я провожу тебя. Берег. Почему этот корабль так важен? Дело не в корабле, а в грузе. Его нужно доставить. Что это за груз? Не пойми неправильно, но лучше тебе об этом не знать. Почему? Доверься мне. Все это ради безопасного будущего Афи. Мы должны это сделать. Раз уж за это платят, справимся. Не бойся.
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Тише. Я спасен. Спасибо огромное. Давай, давай. Элла. Ну, давай. Команду тоже взяли в плен. Я не виню Геремоса. Спартанцы не ведают жалости. Будь здесь. Я перебью спартанцев и освобожу команду. Поищу укрытие.
Ты очень помог Афинам. Ты... Более того... Влиятельные друзья не помешают. В наше время они нужнее... О чем ты? Я уже все сказал. Наконец-то. Были... Какие? Твой гонец погиб до моего появления. А, Гере... Похоже, ты уже... В бою не обходится. Что такого важного? Люди, нам ну... Мы так не до... Я щедро заплачу тебе. Ты оказал всем нам большую услугу. Опасное место. Товары со всей Греции. Даже не верится, что спартанцы осаждали город.
Это тебя прист... Да. Конечно же. Изгнанный. За это? За что обычно? Достаточно решить, что человек угроза... Что мне нужно? Голосование со... Ты хочешь уст... Не я, Перикл. Меня никто... Нужно действовать осторожно. Все готово. Найду человека Перикла. Готово. Хм. Что ты с ними? Кину в колодец. Голоса большинством... Дружба важна. Тем сложнее мне сейчас, когда Анаксагор... Ты сказал бы... Он был мне... И часто пере... Свои... Кто ты? Спроси любого. Меня. Это не помог... Хочешь узнать? Лишь знать... Конечно. Тогда у нас... Мне нужно знать... Похоже, практи... У меня редко... Да, ты... Так поступай. Но мне... Меня попросили... Так ты важнее того, кого обрек. Ладно, пусть... Тогда под... Сократ. Вот и... Пойдем. Я хотел уз... Что ж... Все может быть. Так, все, что хотел Перикл, сделано. Вернусь к нему и выясню, что Афининам известно о моей матери. Huh?
Алексиус, это ты? Феба? Ты обещал, что мы увидимся. Я говорил... Я берегла. Ну... Как ты сюда... Ну... И заплатила, что... Не совсем. Феба... Я откладывала деньги на потом. Поверить... Я почти не... Не верится, что... Мне тоже. Но что ты здесь... Я должна помочь. Так ты... Нет, нас... Как ты оказал... Ну, прибыв в Афины, я так... И ты? Нет. Повезло. Не понимаю. Здесь все... Оружие? Не бойся, я... Что ж... Думаю... Нет же! Не в таком... Я не стану... Но если ты... Не стану, Феба. Но оружие все же... Ладно. Я предупредил... Ну что, это... Да, теперь... Что-то не припомнит. Да, точно. О, Олег? Геродот. Главный? Ладно. Периколниц. И ты думаешь... Возможно. По ним не скажешь. О, Сафо. И к тому же он... Больше похоже... Гермип, выпей еще. Но он больше известен своими... Я бы не назвал его великим. Ой, пусть Сократ тебя не тревожит. А где же Перикл? О, он... Подлый Сократ! Вечно... Тебе не стоит. Ну? Скажи... Видно это. Если эти... Спасибо, Гера. Так. Ты оставишь меня с... Ты спра... Наемник? Пиос эме перипези. Я повидал. Тот, кому... Ищ, поговори с евре... Не знаю, что... Нет, конечно. Хочешь напой... Ха! Ладно. Но нужно вы... Вы с Периклом знакомы? Правильный вопрос, как Перикл познал. Ты оказал ему вели... Ты так переживаешь... Лишь это не про меня, путь. Я за вином. Чудесно. Без невыносимых... Ты! Тебе сюда нельзя. Дай твою лучшую сух... Да, бери и прочь с моей ку... В доме Перикла. У меня много. И как зовешь себя ты? Алексиус. Ну же. Я для драмат... Добрый. Обычно. Быстрей. После диспута. Я здесь под... А нам по... Вам с арест... Состязань. А! Что же я... Перикл пригласит. Мы обедаем тут. Почему ты не извини? Это он, да. Софокл. За Диониса. Это? Это...
Может, еще... Откуда? Есть погоб... Готовы продолжить? Давно не... Знаешь что? Я пришел сам. Да? Она потеряла... Хотела пригу... Я слышал с... После того, что... Мне нравится пить. Я подумаю. Гиппократ в Аргосе. Отлично. Кто-то попал. Какая? Я думал... Я пришел... Что, Гитэ? Как там евре... Все, можешь не прятаться, если увидим. А, думал мы по... А, ты... Ты, Нади? Вы давно... Мы обсуждаем природу управления. Это искусство. Но медицина улучшает... Что за чушь? Спор между... Возможно. Ты меня в это не... Что ж, ответь. Ну, да. Тоже делают законы и... Как угодно. А спаси... Сократом лучше быть помягче. Он же не всегда... А, Феба. Я приведу... Отлично. А теперь... Ты за мной следи. Мы делаем все ради... Вот как? Да, до конца, похоже, за нами... Я ищу женщину по имени... Ты знаешь, где... Врач по имени Гиппократ вроде бы... Хороший человек. Алкивиад дал мне... Ну, конечно. Моя подруга Анту. И это все. У меня есть иди. А его имя? Ее зовут Ксения. Последний раз мы... Спасибо тебе. Возвращайся. Окажи мне услугу. Попроси перевязь спуститься к гостям. Алексис? Не помню, чтобы я... Аспасия послала... А, она говорит... А ведь ты тут... Ты так сильно не... Когда проводишь каждый... Или хотя бы... А. Ты послал Метеоха к рыба... Я ничего... У тебя она... Это потому... Не...
не понимаю, зачем ты помог изгнать Анаксагора? Я не риск. Ты хотел защитить... Анаксагор согласился со мной. Фиди ожидал суда. Фиди мне очень дорог. Так ты знал? Я знаю, что он не в себе. Но у каждого есть друг, ради которого можно пойти на все, поверь мне. Тебя хотят убить. Да, да. Геродот упоминал. Культ... Перикл, забудь. Прислушайся к нему. Спартанцы? Я в родстве с одной из культисток. У меня нет причин сомневаться. Я это обдумаю. А Спасии хоть... Передай, что я уже... Полагаю, на этом... Посмотрим. Постараюсь помочь тебе в твоих странствиях. Ты устал? Только от болтовни. Видишь? Мне хватит. Ты привыкни. И чем ты Мне нужно встретиться с женщиной на... Я слышала... Постараюсь быть... Ага. Ты должен знать... Что же? Остров поразила болезнь. Не думай так. В том, что случилось на Кефалинии, нашей вины нет. Я сам отправлюсь туда и проверю, что происходит. Да, я знала, что... Даже не попросишь взять тебя с собой? Нет, здесь хорошо, не то что на Кефалинии. Значит, ты вернешься. Обязательно. И мне нравится работать у Аспаси. Увидимся, Феба. До встречи.